Жуткая авария в Уярском районе. Из-за нее была перекрыта федеральная трасса Р-255. Сегодня около обеда там бензовоз врезался в фуру. Оба большегруза наглухо перегородили дорогу. Фура сложилась чуть ли не вдвое. А от кабины бензовоза почти ничего не осталось. От удара она расплющилась, водитель погиб. На трассе в районе села Новопятницкое образовалась внушительная пробка. Движение было парализовано в обе стороны. Там сейчас работают автоинспекторы. Сначала машины направляли в объезд по районным дорогам. Дорогам через поселки Громадск, Успенка, Налобино и Глубокого, а также через Уяр. Но несколько минут назад на месте аварии все же удалось наладить реверсивное движение.